долго этого ждали. Целых 16-18 часов мы собирали 2000 лайков для второй части Амонгас, и мы сделали это. Спасибо большое всем тем, кто поддерживал первую часть видео летсплея по Амонгас. Но я учла свои ошибки прошлого раза, и для того, чтобы вышла третья часть ASMR Амонгас, нам достаточно будет собрать всего лишь 5000 пальчиков вверх. Зная вас, я боюсь, что это будет уже завтра, так как вторая часть не заставила себя долго ждать. Надевай свои самые-самые любимые наушнички. Я желаю тебе приятного расслабления и надеюсь, ты держишь за меня кулачки, и сегодня мы хотя бы разок будем предателями. И я предлагаю не затягивать сначала. Пальчик вверх ты же уже поставил. Переходим к игре. Я напоминаю, что сегодня мы проходим игру по карте, по которой я ни разу не играла. Не знаю, что с этого получится, но в этот раз я решила подойти немного хитрее и назваться розовой для случая, если мы зайдем в игру и уже розовый цвет будет занят, так как вы поняли, сегодня мы играем за розового. Так, розовый, отлично, мы розового цвета, нас зовут Розовый. Осталось быть еще предателем. Блин, вообще идеальный набор. Так, один, поехали. Предатель. Окей, член экипажа. Как минимум, мы немного изучим карту. Что это за карта? Куда бежать? Господи, как тут сложно. Помогите, пожалуйста. Мне интересно, тут задание выглядит так же или нет. Господи, свет. Что происходит? Окей, мне. Нет. Нет. Почему? Почему меня? Ладно, у нас будет время изучить задание, чтобы хотя бы немного понимать, что вообще на этой карте. 3, 4, 5, 6, 7. Ого, так быстро, 5 человек. Мы только начали играть. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ничего не понятно, но очень интересно. 115 секунд для голосования. Очень много. Пожалуйста, не ставьте так много времени на голосование. А вдруг я снимаю ASMR? Я не могу выполнять задание, вы вообще об этом подумали? Тут другая заставка. Мне с космосом нравилось больше. Так. Я ничего не понимаю. Так, где я? Я в столовой. Поражение. Не, ну молодец, он очень быстро. Он очень быстро всех победил. Так, эта комната больше недоступна. Я предлагаю зайти в новую. Ай, отдай розовый цвет. Ёжик, отдай белочке розовый цвет. Попался, да. Мы вообще не успели изучить карту. Член экипажа, отлично. Продолжаю. Сразу. Что делать? Их надо включить. Мне кажется, это все тыкают. Тыкают, 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 тыкают. Что это за карта? Пожалуйста, не убивайте меня. Я хочу.
человека. Марат.